Налоговая декларация – это официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период времени доходах и распространяющихся на них налоговых скидках и льготах, которые предоставляются в налоговые органы. Обязанность по подаче налоговой декларации у физического лица возникает в следующих случаях. Отчуждение в течение 5 лет двух и более незавершенных строительством капитальных строений, жилых домов с хозяйственными постройками, квартир, дач, садовых домиков с хозяйственными постройками, гаражей, машиномест, земельных участков, принадлежащих на праве собственности. В случае реализации в течение 2022 года более одного легкового автомобиля или другого механического транспортного средства. А также при получении в результате дарения в 2022 году от лиц, не являющихся близкими родственниками, доходы в сумме, превышающей 8 078 белорусских рублей. Если имели место эти или иные случаи, перечисленные в статье 219 Налогового кодекса Республики Беларусь, физическому лицу необходимо выполнить следующее. Не позднее 31 марта 2023 года подать налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу и не позднее 1 июня 2023 года уплатить подоходный налог на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 30 апреля 2023 года. Данную налоговую декларацию можно предоставить в налоговый орган не только лично или путем направления по почте заказным письмом, но и через личный кабинет плательщика.